Обыватель сидит на кухне. Я имею в виду себя. Он надеется, что как-нибудь все перемелится, все обойдется, что в крайнем случае он сам обойдется. Куда же он денется? Он хочет одного, чтоб от него наконец отстали. Он шепчет: достали, хотя никто особо не пристает, никому он нахрен не нужен. Он сегодня готовит на ужин свинину с картошкой, винегрет с зеленым горошком. Ох, как он боится и ненавидит начальство, но еще больше, гораздо больше революцию. Он хочет прожить подольше. Ах, если бы только Путин дал ему шанс, ну, хоть малюсенький шанс, чтобы промолвить. На самом деле не так уж, но Путин, конечно, не даст. Так уж, хуяк уж. Обыватель сидит у окна, за окном весна, деревья и облака, и нисколько не стыдно валять дурака, нисколько не стыдно. Я имею в виду себя. Я потерял из виду всех остальных. Только себя и жену, и собаку. Однако, куда же я все-таки денусь?